Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби герои. Прошло буквально немножечко времени, ребята, и я все-таки хочу пройти вот эти вот безумные правила. И там, я смотрю, у нас еще одно задание вроде бы откатилось. Давай попробуем этот дурацкий разгром. Он меня вымораживает. Так, ну что? В принципе. Ну давай попробуем так. А если я сделаю вот таким вот образом? О, есть у него? Нету. Но тогда тоже не было. А помнишь, как он меня там навалял? Будь здоров. Крокодильчик, это, конечно, хорошо. О, этот вернулся ко мне. Блин, у него сейчас работает. Мы его молоточком сейчас, наверное, да, по башке? Молоточком по башке, блин. Не выходит ни шиша, ребят, у нас. Никакого, блин, молоточка. Так, у него сейчас сработает блок. Ну, естественно, он не стал ничего тратить. Само собой. Слушай. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Парень, уйди-ка ты отсюда куда-нибудь подальше. Опять сейчас сработает защит блок у него, блин. Колокольчик все-таки решил убрать. Решил немножко себе восстановить здоровье. Но, ребята, у него, не забывайте, есть... О. Слушай, если мы вот этого успеем поставить. Он сейчас сюда его, что ли, влепит? Но мы тогда сделаем вот так вот. Да? Бомбанем. Я надеюсь. И вот так. А я так и думал, ребята. Я так и думал, что он восстановит себе гаденыш здоровья. Будет у него все-таки хпшка. И он воспользовался, естественно. Так, у нас сейчас этот вылупится. О, да, ребята. И он его сейчас уничтожает, да? Как мне дороги, а? У него же может быть безумие, так ведь? Давай я вот так вот поставлю. Я знаю, ребят, что сейчас может быть. Так, сейчас влупляет. Облизывается и влупляет. А по-моему, все. Или не все? Ну-ка. Да-да-да-да, ребята, да-да-да-да-да, все. Мы выполнили это задание. Молодец, подсолнук. Дай пятюню, как говорится. О, у нас задание уничтожить 5 зомби, оказывается, еще есть. Ну давай. Давай уничтожим 5 зомби. Так, ну-ка подожди. У нас по геройским заданиям что тут? Повысьте силу лупы. Создайте гороховой отряд вместе с зеленой тенью. Глава семьи должен повысить силу 4 горошин. Россияне должны нанести 10 урона при помощи способности команды. Так. И в основном все за зомби, ребята. Идут задания за зомби. Выиграйте 3. Давай-ка вот за
Ржавый разряд. Выполним одно задание с тобой. За ржавый разряд. Попробуем выполнить. А потом уже разберемся с зомби. Ну, где? Где? Ай, бета-каротин. Ё-моё. У меня только с третьего хода начинается игра. Печаль. Печаль, друзья мои. Ржавый разряд, по ходу дела нам с тобой тут, блин, ничего не светит. Этот сейчас будет нас накапливать, накапливать. Ну я понял, что, короче, он на горошинок, да? Сумоист. Давай вот так вот сделаем. Слушай, ну тренер, блин, под сумоиста. Куда, сюда что ли? К себе сейчас? Нет? Я надеюсь на блок. Давай вот так, наверное, сделаем. Могилу сожрет, 100% тебе говорю. Ну не сожрет, а откинет. Что-то как-то, ребят, не клеится у меня игра. Так, пока. От слова совсем не клеится. Так, если мы сделаем вот этого плюс сумоиста, у него 100% сейчас будет откидон. Откинет же, да? Могилку-то, скорее всего. Похоже, что все, ребят. Песенка наша спета. Три в лицо сейчас пропечатает. И будь здоров. Ну что поделаешь. Бывает и такое. Ржавый разряд что-то как-то не особо себя здесь проявил. Да нет, в принципе, ребят, колода нормально была, но ни валуна не было. Да много чего не было. То есть я даже, ты видел, сходить смог только лишь после третьего хода. А он в это время балабал как хотел. Какая карта тебе выпадет в первую очередь? От этого и пляши, как говорится. Ну что ты, ну... Если бы... Ну, могилоед, ну да, немножко подпортил мне там все. Ну ладно, ничего страшного, ребят. Подсолнух 10 ранга. Это вспышечка, ребята, это вспышечка. Ну, два валуна. Ну, мне кажется, это зря. Так, если он берет подсолнухи, значит, он собирается...
Ладно, ребята, вскидку сделаю на то, что это 10 ранг. О, спасибо. Халяву, халяву, ребят, заработали. Ну, сам понимаешь, обычный пак, ничего существенного не выпадет. По минималке все редкие и... Все, ребят. А что ты хотел? Давай-ка мы посмотрим по коллекции, у нас сколько там... 11 карт утилизировать. Утилизировали. Так, с... уничтожить 5 зомби. Геройский занят. Повысите силу лупы до 9 единиц. Ребят, что за сила лупы, а? Давай посмотрим, что за это. Так, вот тут напишем. Лупа. А, вот это вот. Ну давай. Давай я попробую повысить силу до 9 единиц, да? Так, мне надо будет тогда что-то изменить, наверное, здесь в колоде. Так, где он у нас? Вот он, да? Я попробую. Я гарантировать ничего не буду, ребят. Никакой гарантии. Чисто на фарт играем. Блин, еще и профессор к тому же, а. Еще и профессор. Нет, ну это слишком. У него, как всегда, заклинашки и все-все прочее-прочее. Поэтому... Сейчас посмотрим. Ну... Первый ход вроде бы как есть. Но опять же, ребят, если курабойщики, то все. А вот он что делает. Я, наверное, не буду, ребят, пока выставлять ничего. Ну, нет смысла просто-напросто. Ну, давай так поставим. Фиг с ним. Заклинахи, да? Заклинахи у него могут быть. Не пожалел, ребята, заклинаху потратил? Есть у него ландшафт? Нету. Ландшафта у него нету. Ага. Ага. Давай сделаю так. И вот так. Так, ну этого в минус, да, получается сейчас? Наверное, я так думаю, успеем? Не? Так, друзья мои, у меня фруктовый микс будет сегодня или нет?
Вот меня какой вопрос интересует. Ага. Ага. Клубника. Клубника, друзья мои. Он же не тратил еще... А, нет, он тратил, он брал танцовщиков, да? Танцоров брал. Ага. Еще делает. Так, ребят, 4 и... Блин, и что 4? Я надеюсь, в блок? Нет, ребят, никакого блока. Банан. Ты серьезно сейчас? Ну давай. В общем, потратился парень по полной программе. Этого нафиг. Этого тоже вырубаем. Это дело дрянь, ребятушки. Это дело дрянь. Это очень плохо. Поехали. Ну что ты дал-то, твою налево, блин. Ну что это, ребят? Это же атака или защита? Это атака. Это атака. Я пока ничего больше делать не буду. Надо же, блин, а? Оу-оу-оу! Ребят, по-моему, крах. Крах инженера Гарина. Мне ничего здесь не сделать. И выпали, блин, все, ребята, выпали с этим, с прочерком, блин. Не, не с прочерком, а как оно? С безумием. Вот тебе и лупа до 9 уровня прокачать. Пипец. Ни одного, ребята, микса не выпало мне, прикинь. Вообще ни одного. Даже не знаю, что и сказать по этому поводу.
Ну, можно ягоду влепить. Давай поставим ягоду сюда, что ли. Я не знаю, что еще можно. Ну что вот это такое? Ну... Наносит 2 единицы урона. Давай сделаем так. Ну офиг ли делать еще? Да жить бы до тебя, парень. Так, куда он там поставить сейчас? Давай так поставлю, фиг с ним. Нанес, да? Нанес таки урон мне. Угу. Давай так сделаю, фиг с ним. Может, конечно, да. Так я и думал. Потратился. Это прекрасно, ребят. Пускай тратится. Ну что, виноградину ставим? Нет, ребят, не виноградину мы будем ставить. Так вот сделаем. Как неудобно-то, а? А если я сюда сделаю, что это получится у нас? Да ты задолбался своими танцорами, блин. Так, этого вырубаем. Хорошая карта. Так, мы же этого, естественно, ребята, вырубаем. Микс. Гасим же его, да? Ребят, гасим. У меня карт нету. Проскок. А он как раз мне, ребят, проскоком в блок даст.
Сейчас, если он кого-то сюда плохого поставит, будет не очень хорошо, ребят. Давай, наверное, так сделаю. И все? Эть, два в лицо, да? А вот тебе и банана. Больше карт нет у меня, ребят. Ауч, в блок ему бью. Я ему бью в блок. Он сейчас хильнется, уничтожив вот этот гриб. А, нет, просто наносит урон. О, ребятушки. В блок бей. Не будем пока. Понятно. Это единственное, что он хотел сделать, да? А я уже готов ему навалять с легансушки, так сказать, на пол ноги. А он отказался. Так, мы лупу-то будем это прокачивать-то до 9 уровня или какого там? Лупа-то не выпадает мне, ребят. Нету лупы. Есть только за, а лупы нету. Ну еще не легче. Ладно, пока поживем. Пока, друзья мои, поживем. Это хорошо. Вот это, ребятушки, хорошо, что нам выпало. Кто у него там может быть сейчас, а? Как ты думаешь? Мишень. А 2 и 3, 5. Ну, как раз ему хана. Он ничего не поставит, ребят. Он ничегошеньки не поставит. Ну да, как раз 3. Ну, все зависит от того, кого он сейчас, ребята, влепит. Никогошеньки. Да ладно тогда. Сделаем так. И вот так. Но у него только заклинашки остались. Ландшафт мне дадите? Нет, ребята, мне ландшафт не дают. Ну, а что будет, если я, например, сделаю вот так? Ковбойша. Карту-то он вытянул, гаденыш. Еще что ли поставить одну клубничку, а, ребят? Давай так сделаю. И вот так. В блок, да?
Так, мы это ушатаем же, да? А этот парень не бьет? А я думал, бьет. Ну, вишенка готова, ребят. Вишенка на торте, вот она готова. Стоит и ждет. Когда бумкнуть. Ну, бомби. Так, у него же, кстати, может быть перемещение, ребят. Нужны ли они мне? Я думаю, что нет. Ага, ну смотри, 4 и 2. Влепляем ему. Ну как раз 6, да, получается, урона. Как нам тут лучше сделать-то? Так и так, наверное. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Рейчик, как же так-то? Ландшафтов. Блин, а мне, ребята, ландшафт не дают почему-то. Мне нужен прочерк. Да ладно. Ну ты жук. Смотри, что творит. Смотри, что вытворяет, ребят. Поет, как пляшет, а? Поет, как пляшет. Интересно. Сможет ли он вот этих двоих убрать? Нет, не сможет. Ну все, до свидания, парень. Че ты там стоишь, жмешься? Глаза в разные стороны бегают, как у этого. Урахат Лукума, ё-моё. Давай. Сидит, жмется там что-то. Понятно. Ну хотя бы сдался, ребят. Не стал тут мурыжить до последнего. Но, походу, мы с Лупой с тобой сегодня ничего не сделаем, да? Она нам не светит, по ходу дела. Так, а что там еще за геройские задания? Глава семьи, блин, это понятно все. Выиграть, разыграйте теннисиста чемпиона на дорожке с расстоянием... А, с растением 5 раз? На дорожке с растением 5 раз? Создайте телепортацию. Ну-ка, давай создадим телепортацию. Телепортация, это... Блин, подожди. Телепортация — это что имеется в виду? Вот это вот? Ну давай создадим.
Не то? Не то! Рэй, ты серьезно? Ты не... Ё-моё, а какую тогда телепортацию? Создайте телепортацию, нажмите на нее. А, вот... Подожди, я не понял, а какую телепортацию-то? Создайте, говорит, телепортацию и нажмите на нее в коллекции. А тут больше телепортации. Вот это вот? Нет, это не то. Рэй, ты болван. Просто болван, ты. Надо же было так тупануть. Разыграйте три приема, которые создают зомби. Сражайтесь вместе с ними, чтобы узнать почему. Создайте выгульщика собак и нажмите на него в коллекции. Выгульщика собак, да? Ну, давай. Где у нас выгульщик собак? Вот он. Нажал на него в коллекции. Да ну хорош, ну что, знаете, что такое Нептус? Так, подожди. Что опять? Игра что-то подтормаживает, блин. Повысьте силу выгульщика собак до 5 единиц. Так, разыграйте 6 комбо со способностью надгробия. А, 6 комбо, блин. Читать не... 6 зомби, ребят. Все, уже и разучился читать, ё-моё, блин, ребят. Занептусь. Разыграть 6 зомби в надгробиях. А давай попробуем. 6 зомби в надгробиях. А я читаю 6 комбо, думаю, какие 6 комбо еще и с надгробиями. Думаю, вообще что ли брякнулись там. Ну давай. Ну давай, не жмись. Ну. Родной, иди сюда, я жду. Я жду, я жду тебя в этой. Вот сейчас бы я не против, ребята, был бы поиграть, ну, друг против друга. Может, кому-нибудь вызов кинуть? Может, кто в игре есть? Давай посмотрим. Пенелопа сдулась. Ну, 28-й ранг, ребят, я не скажу, что там прям фуфлышка такая. Ну, сдалась почему-то. Так, давай глянем. Давай глянем, у нас, по-моему, кто-то там есть. О, ё-моё, сколько тут котиков. Шаксонар, стикманчик. А никто не... Вот прикинь, о! А, он в рейтинговом бою, извини, извини, не увидел. Ну, давай дальше попробуем. Нам нужно разыграть 6 зомби в надгробиях. Так что... Вот и кончилось мое капучино. Надо идти наливать еще. А чтобы наливать, нужно подогреть чайник. Потому что я весь чай выдул. Ну, давай, наверное, сегодня до... Попробуем до высшей 10-й лиги дойти. Был на 12-й, ребят. Даже больше я был. Потом так... Плавненько-плавненько улетел. Схлестнулся, называется, по ночничку поиграть решил. Просто так отгреб, что мама не горюй. И у нас опять 31 ранг, и это зеленая тень. А на этот раз... На этот раз... Ну ладно, попробуем. Проверим. Затравочку такую сделаем. Затравочка вроде как работает.
Мумия. Что-то у нас она затеяла. Что-то задумала, ребят. Зеленая тень какой-то план имеет. А ты в курсе, что вот это вот не прокатит? На горах острелах, да, значит, играешь? Опять? У меня пока только один вариант, ребята, сделать вот так вот. И чего? И вот так вот. Ой, как хорошо. А прикинь, могилоед есть. Ой, как хорошо-то будет мне. Пенек улетучивается, пенек. Ой, как... Вот это вот, ребята, очень хорошо он сделал. Вот прям вот замечательно. Что мне тут сделать-то? Этого выкинуть, естественно. И раздавить. Бамс, и прям в блок ему. Горошину будешь использовать? Не стал. Ребята, что если я вот так вот сделаю? Как ты мне дорог, а? Как ты мне дорог, а? На. А дальше? А дальше мы сделаем вот так вот. Ты серьезно? Ну ладно. Побежал за картишками. Побежал, друзья мои, он за картишками. Давай этого зомби. Нет. Тебе крышка, парень.
тут, может быть, блок еще, конечно, сработает. А, нет. Не сработал. Не сработал блок. Не сработал, друзья мои, блок. Я не понял, я выполнил или... Что-то я пропустил этот момент. По-моему, не выполнил, да? Разыграйте... Подожди, это не то. Нам надо еще разыгрывать, ребят. Нам нужно еще три надгробия разыграть. Ну, давай попробуем. Что бы нам не разыграть... Ой, таблеточки... Ой-ой-ой-ой-ой, какие-то таблеточки. Какие-то... Давай. Три надгробия. Так, Бонг Чой. 46-й ранг. Ну, Бонг Чой, ребят, опасный тип. Очень опасный. Орехи, наверное, сейчас будут. Или кактусы, сейчас орехи. Засранец мелкий. Только не говори, что у тебя могилоед есть. Нет, ребят, у него могилы нет, у него... Только не говори, что это читер, блин. Давай вот это сюда. Просто по всем канонам, ребята, похож на читера. Я не удивлюсь, если сейчас еще орех поставить сюда. Хе, вот что он делает. А у меня тоже, кстати, есть безумие. Блин. Только я его применять пока не буду. Ну, в блок. Не будем пока трогать. Что нам сделать можно? Ну давай. Давай так поставлю. Болотное хмырье, а? Почему в блок-то не пробили, а? Так, погнали, короче, так. И вот так. Потом вот этого ставить будем. На грани, ребята, играем на грани с вами. Сейчас хоп, могилоед. И пиши пропало. Нет, вон кого, кого он там ставит. Понятно. Так. 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 И тут кто у нас? Вот так. Ну, я даже не знаю пока, что. Кого тут поставишь? Да, наверное, никого не будем ставить. Поехали. Бонусную атаку сейчас сделать будет, да? А такое может быть, ребят. Даже так?
Так, друзья мои, ну что? Дело хреновенько у нас тут, если честно. Дело очень хреновенькое. Так, этого подобьем. Здесь поставим защиту дополнительную, да? Здесь поставим вот так. Надо было сюда ставить, наверное, ребят. Угу. Бомбанул, гаденыш все-таки. Уничтожил. Давай сделаю так. И вот так. Ну, поехали. Неуязвимость. Вот это пробьет нас, ребят. К сожалению, блин. Да, чуть-чуть. Блин, тут еще, видишь, пробивнуха у него стоит. Если бы не пробивнуха бы, тогда да. Что я могу сделать, ребят? Зато разыграли, выполнили задание. Давай смотреть дальше, что у нас там идет за геройские задания за Нептусь. Разыграть? Нет, ребята, мы еще не разыграли, оказывается. Нам еще нужно сделать бой. Ладно. Сейчас бацаем. Сейчас мы как-нибудь... Блин, что-то я замерзаю, у меня руки, ребята, замерзли. Трындец. Дубильник обещает на воскресенье 18 градусов тепла, ребят. 18 градусов тепла. Ой. Кайфовать будем. 18 градусов тепла. Охренеть можно. Это июнь месяц. 18 градусов тепла. Обалдеть, блин. Так, ну что я тебе скажу? Фигово все. Не, ну могилоедов нету, но... Как-то... Как-то я себя чувствую некомфортно здесь. Я сам играл за Чомпера, но я играл за Зубастизилу на хилах, ребят. Причем довольно неплохо. Я знаю только одно, что на могилоедах, да, можно хорошо тут поиграть, ребят. Будет сюда кого-нибудь ставить или нет? Мне придется их откидывать. Вот сюда вот. Не, мы их откинем. Обязательно откинем, ребята, через вот это вот. Ну, он сейчас, наверное, еще поставит такой же, да? И мы такой, оп, с тобой ураганчик применяем, и что дальше? И все. Ну да. Иди гуляй. Прекрасно.
Ну ему крышку вот этому. Или, блин, блок сейчас будет. Сейчас захомячит. Если захомячит, это каюк, ребят. Нет, не стал хомячить, почему-то. Так, такой вариант у меня. Ну, давай там. Как мне сейчас, ребятушки, вируса не хватает. Надеюсь, здесь тот парень, которого я хочу. Ну. Фух, повезло. Нормально, ребят. Это нормально называется. Так, давай вот этого сюда шитько передвинем. Оу-оу-оу. На. Такс. А вдруг схомячит, а? А, он же потратил, ребята, эту... Он же добор двух карт делал. Гриб под осиновик. Поехали. Да что ты твою делаешь-то? И все? Можно выкинуть его, но я не буду пока этого делать, ребят. Подожди, а почему мне не дали возможность поставить... Странно. Не, ну этого хламона, естественно, выкидываем сейчас. Погнали. Ага. И остается только вирус. Ты посмотри, посмотри, посмотри на него, а. Все? Иди отсюда. Пойдет. Сейчас будет, ребят, будет не очень комфортно. Кого тут поставить-то лучше? Mm-hmm.
Ой, ребятушки, в лицо-то прилетит сейчас. Прилетит. Ой, прилетит, друзья мои. Что у него там осталось? Вспоминай, Рэй, что у него там осталось? Я не помню, ребят. Давай, короче, сделаем вот так вот. И вот так. И вот так вот. Он же съедал с самым меньшим здоровьем зомби, да? Или нет? Я не помню, ребят. Но если он сейчас поставит этого горохострел, горохострела, то это будет крантарик, скорее всего. Он же не знает, кто здесь. Он думает, может быть, там рикошет сидит или еще кто-нибудь. А здесь сидит у нас проклятый горголит и, пожалуйста, только не зависай. Ну и вонючий зомби. Да ладно, Чомпер, ну. Все, ребят, сдался. Ну, значит, мы разыграли с тобой надгробие. Вернула себе обратно 10-й ранг и 250 энергии. Создайте Гаргантюа Ковбоя и нажмите на него. Гаргантюа Ковбоя, говоришь? Подожди, Гаргантюа Ковбоя? Это вот этот? Угу. Слушай, мне ковбой. Гаргантюа Ковбой. Так, геройские задания. Что у нас там еще? Переместите 3 растения. Переместите 3 растения. Это вот этим, что ли, надо переместить? Прямо ж... Давай вот это уберем. Добавить. Точно это перемещает у нас? По-моему, перемещает, ребят, да? Типа пугает. Видишь, там зомби такой. Я тебя сейчас съем. Даже не успел, блин, прочитать. Ну, информация, давай. Да, переместить растение и вытягиваем карту. Отлично. Ну, давай попробуем. А сколько там? 3 растения, да, нужно переместить. То есть в любом случае за одну заходку никак не получится у нас. Так выходит. О, это бабах. Это бабах. Ну давай попробуем, блин. Я просто не хочу сейчас статью. Я знаю, прекрасно, что сейчас свою бомбу, блин, сделает. Давай так вот сделаем.
Давим. Такс. Да ничего я пока делать не буду. Да и незачем, ребят. Давай так поставим, фиг с ним. Так, что будем с этим партизаном делать, друзья мои? Кто-нибудь не скажет? Так, галактические сады, да? Слушай, у него могила ед есть, как думаешь? Если есть, плохо будет мне. Не, у него другое кое-что. Ну ладно, прокачивает бомбу горячку свою. Прокачивал. Погнали. А дальше то что делать? Давай. Ему больше никого не поставить. Ну, только единственное прокачивать. Тюнь-т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 юнь. Поехали. Взорвался, бедолашка мой. Блин, в блок не хочу ему бить, а, ребята, а придется. Придется в блок-то ему бить. Он там возвращает этого. Транжирится. Я никого переместить не могу, блин, ребят. 4, 9, 13. Тринадцать. Как быть-то нам?
Блин, ну серьезно, а? И этого ставить, ну нет смысла, друзья. Прикрывать жопу только я сниму. Мне кажется, это бесполезно. Это бесполезно. Что там у него? Заколебало, а? Просто заколебал. Ну, вирус, вирус, ребят. У тебя же бомба наверняка есть. Есть же бомба у тебя, да? Ты понял, кто у него был? Эх, да проиграл, конечно, ребят, проиграл. О чем тут можно говорить? Так-то, конечно, бы все было бы круто, но... Сам видишь. А что у нас за задание было? Ты не помнишь? Что за задание-то у нас было? Что-то я отвлекся даже от задания. Ну-ка, давай глянем. Переместите три растения. Я даже в упор не видел, чтобы нам выпала эта фигня, которая перемещает испуг этот. Где? Две штуки взял себе в колоду. Где, блин? Да. А нам... Блин, что у меня спина... Ой, спина моя бедненькая. Старенькая, разваливается уже по кусочкам. Теперь роза. Теперь мне выпадает, блин, роза. Это трэш, друзья мои. Это трэш. Слов просто... Просто нет слов, ребят. Ну что, ты будешь его превращать? Должен же превратить в кого-нибудь. Или заморозить на худой конец. В козла он тратит. Ну и правильно, ребят. Пускай тратится. Пускай тратится. Так. Что у нас там дальше? Угу. Мечтай. Да ну, блин, вы серьезно? Одни заклинашки, ребят, вообще одни заклинашки. Ну какого хренуса-то? Давай, у тебя там должны быть могилоеды, я знаю. И сюда. Поехали. Так. Сразу побежал, здоровье восстанавливали. Щенок. Сыт, когда страшно, да, ребят? Ну, что там у него осталось? Превратить в растение там кого-нибудь, да, и... В принципе, больше ничего.
Эх. Заморозим его. Надо было вообще его сместить, если честно. Че, не катит? Не сработает, ребят, этот фокус. Этот фокус не сработает. А что он сюда? Ну, хилять как-то будет, наверное, да? Ну мы его сдвинуть. О-о-о-о-о! Началось, короче, ребят. Что сделать-то лучше? И как сделать лучше? Я могу, в принципе, его выкинуть. Но мне кажется, не получится такой вариант. Давай пропустим ход, сейчас посмотрим. Если он сейчас еще одного такого поставит, то все, ребят, это финита-ля комедия, блин. Все. Это уже бесполезно. Это уже бесполезно. Вот так вот сделаем. Ну, он легендарок нахапал тут себе, блин. В три короба. Погнали. Че, сюда поставим? Сдуй вот этого крайнего. А кого ты сдул-то, дур... Не переместил, да? Поехали дальше. Одного только переместил. А что ты там сделал? Да нифига. Капитан Огонек. Капитан Огонек. Блин, вот если бы сумоист бы. Если бы. Если бы, да кабы, да, да. На носу росли грибы. Ну давай попробуем, блин. Ну нет смысла его сдувать, ребят. Пускай наносит урон нам. Че, я буду на него тратить этот? Нет, конечно. Давай так сделаем. Только для того, чтобы здесь получить 2-1. Ладно. О, ребята, это нормально, кстати. Вот это хорошо. И
Оп. Иди-ка сюда, птенчик. Ю-ху! Ю-ху-ху! Весельчак Джонни, блин. Сдуваем его, да, или как? Или мы его... Так, перемещаем сюда и замораживаем, да? И замораживаем. Прекрасно. А я хочу. А он будет прокачивать огурца своего. Ох, ребятушки, будет прокачивать его. Сейчас повысит ему силу. А потом мы его просто сдуем отсюда. Ты видишь, что он творит? Ты видишь, что он вытворяет? А вот это вот глупо. А вот это, ребята, было глупо. Ну, как по мне. Да. Эх. Куда его? Сюда переместить, наверное, да? Ну да, чтобы урон не нанес нам. А потом вирус. И все, ребятушки. Только вирус. Наверное. Началось, друзья мои. Ну и это все? Ай, блин, ладно. Поехали. На. Давай сделаю так. И вот так. Он не остановится, ребят, на своих комочках, поэтому... Поэтому что будем делать? Выкидывать его, наверное, в трущобу куда-нибудь. Секёшь? Что он делает? Ага, так. Ребят, это вот что было сейчас у него? А, вот так вот?
Я глупее, если честно, не видел ничего. Серьезно тебе говорю. Ладно. Два в лицо нам надо, да, ему нанести. Убрали. И убрали. Поехали. Все. Все, ребята, по-моему, мы эти с тобой, как их, отыграли комбо с могилами. Так ведь должно быть. Да, 200 энергии забираем. Выиграйте 3 многопользовательских игры Нептусио. Нет, ребят, это уже будет, наверное, в следующей серии. Потому что уже вот тут уже это Нептусио у меня. Вот тут, вот даже до краев, блин, сидит. Давай мы это оставим с собой на следующую серию. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.